Более 300 человек – будущих спасателей. Университет гражданской защиты МЧС завершил набор абитуриентов в свою альма-матер. Факультеты предупреждения, ликвидации ЧС, техносферной безопасности и заочного обучения будут готовить юношей и девушек для различных задач. Будущие бойцы МЧС, огнеборцы, инженеры, инспекторы по пожарной безопасности зачислены на дневную и заочную форму обучения. Многие практические занятия у курсантов напоминают квест с целым набором правил и заданий. Обучение в игровой форме всегда усваивается лучше. Осуществляется набор девушек. Девушки у нас принимаются только на специальность пожарная и промышленная безопасность. При этом девушки, так же как и юноши, проходят профессиональный отбор, как я уже обозначала, два этапа – военно-врачебная комиссия и определение уровня физической подготовленности. Девушки сдают комплексные силовые упражнения и бег. В этом году у нас набор 15 девушек. Причем все места заняты довольно-таки, скажем, большое желание у наших девушек обучаться в университете.